Маленький принц. Аллегорическая сказка. Наиболее известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Так вот, маленькому принцу каждый день приходилось пропалывать свою планету, так как из космоса может залететь семя баобаба, прорасти и разорвать планету на части. Вот как говорил сам маленький принц. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы. Трудно отличить молодые ростки баобабов от розовых кустов. Молодые ростки у всех почти одинаковы. Это очень скучная, но совсем не трудная работа. Услышали? Это не сказка и не притча. Это вам намек. Вы подумайте над этими баобабами. И теперь вы понимаете, что утром вставать нужно привести не только себя в порядок, зубы почистить, но и заняться экологией своего внутреннего мира. Но я хотел бы вам сказать, что нас иной раз занимают нелепые страхи. Вот я лично не люблю этих скользких, каких-то присмыкающихся. Но, как говорится, они мне мою жизнь не портят. Ну, во-первых, они под подушкой у меня не живут, на кухне не разводятся. Иногда я их, когда увижу, испытаю некоторое отвращение. Но на нашу жизнь это не влияет. Мы же с вами говорим о невротических, фантомных страхах, которые захватывают не только наше сознание, но и захватывают наше тело. Вызывают те или иные реакции в теле.